Всем привет! У меня есть два предположения, и я очень сильно хочу, чтобы эти предположения были правдивыми. Предположение номер один. И мне почему-то кажется, что имя такого человека, как Зигмунд Фрейд, вам, вероятно, всем довольно-таки хорошо знакомо. Предположение номер два. Я очень надеюсь, что это имя вам знакомо не из паблика ВКонтакте. Потому что действительно Зигмунд Фрейд — это великий психолог и основатель школы психоанализа, о котором надо бы знать. И сегодня мы чуть-чуть буквально про него поговорим, потому что он подарил нам совершенно прекрасный пример, с помощью которого я вам собираюсь объяснить тему, которая называется «Социальный контроль». Значит, представляем себе ситуацию. Есть у нас некоторая девочка Маша, которой, положим, ну, так вот лет 7. У Маши есть мама, совершенно замечательная, которая сегодня, с ней случилось что-то очень-очень классное. Она купила очень красивую вазу и оставила ее на столе. Но ее дочка, она чрезвычайно любопытна, поэтому Маша тянется своими замечательными ручками к вазе и, естественно, ее разбивает. Что делает мама в этот момент? Она, конечно, на Машу как-то неодобрительно смотрит, ругает ее, может быть, ставит в угол, говорит: ай-яй-яй, так нельзя. И, собственно, Маша совершила некоторое действие и за него несет наказание. Следующий день. Мама приходит с работы и говорит: слушайте, так клево вообще, ну, несмотря на вчерашнее происшествие, мне удалось купить еще одну точно такую же вазу. Класс, да, вот красиво, все, вроде бы, ладно, забыли о предшествующем негативном опыте, вот поставила на ровно то же самое место, отвлеклась, пошла готовить ужин, подошла Маша, увидела: о, ваза, опять тянется к ней, разбивает. Мама подходит, видит вот это все безобразие, сильно выходит из себя, ругает Машу, говорит: Маша, нельзя так, ставит ее в угол, говорит, ну вот не нужно так себя вести. И Маша опять совершила некоторые действия, понесла за него наказание. Третий день. Мама приходит снова с работы и говорит: все, последний раз зашла в этот магазин, продавцы надо мной смеются, говорят, что за апокалипсис у вас происходит, почему вазы постоянно бьются. Но, тем не менее, вот последний экземпляр мне удалось ухватить, да, я его приобрела, снова ту же самую вазу. Ставит ее уже не на стол, куда-нибудь повыше, отходит на секунду, тут Маша взбирается на стул, берет своими ручками эту вазу и разбивает ее снова. Подходит мама, смотрит на все это происшествие, смотрит на Машу, собирает осколки и ничего ей не говорит. Что произойдет в этот момент? А Маша начинает задумываться. Значит, она сделала что-то. Это что-то явно было плохим действием. Потому что предыдущие разы она за это получала некоторую негативную реакцию. Но в этот раз она ее не получила. И она начинает очень много думать. А может быть, извиниться перед мамой. А может быть, я как-то поступила очень плохо. И вот таким образом, как описывает Зигмунд Фрейд, появляется механизм совести нашего внутреннего судьи, который говорит нам о том, что мы поступили как-то очень нехорошо. Вот этот пример, он обладает колоссальным потенциалом при изучении темы социальный контроль. Дело в том, что социальный контроль представляет собой тот механизм, с помощью которого общество регулирует поведение индивида. Мы не говорим, хорошо это или плохо, это просто существует. В данном случае в качестве представителя общества у нас с вами выступает мама, а в качестве представителя индивида выступает Маша. Значит, каким образом поведение Маши мы пытались регулировать в этой ситуации? Во-первых, мы ей объясняли некоторое правило, то есть некоторую социальную норму, что разбивать вазу нельзя. Это правило, которому Маша должна была следовать. Что случалось, если она ему не следовала? Случалась реакция общества, либо представителя общества на ее этот негативный поступок. Да, в данном случае это была реакция, что ее наказали, либо не наказали. И вот такой реакции со стороны общества на некоторое действие индивида мы будем называть в обществознании санкциями.
Санкции бывают как бы двух видов по два раза, по двум критериям. Они, во-первых, бывают, я, видите, так написала, плюс-минус, позитивные и негативные. Позитивные санкции – это поощрение. Это такая реакция общества, при которой мы некоторый желательный, да, такой желаемый модель поведения поощряем. Ну, вот, допустим, уступил там некоторый молодой человек место бабушки в трамвае. Бабушка говорит спасибо, дайте Бог здоровья. Да, это форма позитивной санкции, позитивной реакции на его деятельность. Форма негативной санкции, мы с вами ее уже озвучили, это наругать, там, ну, что угодно, лишить зарплаты, премии. Вот, и эти самые санкции, они также могут быть формальными и неформальными. Давайте сюда выйду. Формальные санкции – это такие санкции, при которых, которые закреплены как бы в законе, которые являются официальными. Допустим, за, простите за такой кровожадный пример, за убийство человека у нас предусмотрено наказание, там, не знаю, уголовная ответственность, да, заключение в тюрьму этого самого человека. Таким образом, это наказание закреплено в законе, вот эта вот реакция, она определена в конкретных документах. В то время как есть еще и неформальные санкции, это те, которые, знаете, вот они как нормы морали, они вот распространены в обществе, но вы никогда не найдете никакого там кодекса морали, в котором бы эти санкции были бы записаны. Да, вот та же самая благодарность со стороны бабушки в трамвае, она является неформальной санкцией, то есть той, которая в законе ни в каких официальных документах не закреплена. И, наконец, третий элемент социального контроля – это самоконтроль, та самая совесть, например, которая возникала в нашем с вами примере Маши. Когда мы, зная социальные нормы и зная то, какие возможны социальные санкции за те или иные наши поступки, можем сами контролировать свое поведение. Вот, я надеюсь, что вам, по традиции, я надеюсь, что вам все было понятно. Пожалуйста, выполняйте упражнения под этим видео и увидимся на следующих разборах.